Поступил ряд вопросов от чебоксарцев. Якобы на полный карантин закрывают целые подъезды, а их жильцам вручают постановление от замглавы санитарного врача Чувашии. Вот что нам объяснили в Управлении Роспотребнадзора Республики. Такие постановления существуют и выдаются людям, которые находились в контакте с больными. Они должны быть в изоляции в течение 14 дней, не покидая места своего пребывания. Других жителей подъезда касаются только те ограничения, которые есть в указе главы Чувашской республики. Это поход за продуктами в ближайший магазин, выгул домашних животных, перемещение на работу и обратно, вынос мусора. Подъезды никто не закрывает. За 9 и 10 апреля контактировавшим с больными вынесено более 100 таких постановлений. Это планомерная работа с целью предотвращения возможных рисков. Постановление главного государственного санитарного врача по Чувашской республике Чувашии об изоляции обязательно для выполнения. Нарушать режим изоляции нельзя.